Ну что, всем привет, тут Андрюха и я. Сейчас будем открывать, что это у нас, легенда ПМП 2020, 23 штучки. Полное говно, блин. Ну не, они по дешевке просто продавались, поэтому... Через 6 да. лет они будут... Слышишь, строить. Вот эти вот наклейки, они под 40 уже идут, евро, чтобы ты понимал. Но мы все знаем, что я его не выблю, поэтому да. Давай. Ну-ка, давай, погоди. Знаешь, как это в Ютубе было? Выбирай любой какой. С какого начать? Первый, давай. Какой именно? Верхний, нижний? Вот, да, верхний. Ну, давай. Крестиком сюда. Ну-ка, что это у нас такое? Не, ну выглядит прикольно. Выглядит, конечно, прикольно. А, нам интересно. 20 центов. Да. Нет, 4. Давай, следующий. Нижний первый. Нижний первый, ну давай. А, налеплю все равно на это. Да, прям. Нави, ебаный сыр, бля, 50. Кстати, да, Нави больше стоит. А, ну, давай еще дальше. Ряд, второй ряд, слева третий. Да. Сюда. И что это такое? Это переливается. Да я вижу, ну что это у нас такое вообще? Центов 10. Да-да. Давай еще. Нижний, право, первый. Самый нижний ряд. Право, первый. Этот? Да. Ну давай. Так быть. Надо. Синева. Ну и что еще? Верхний, первый, да. Я еще помню тот момент, как Саня нож выпал. О, это IP Power или что это? Это фурик. Это такой все, наверное. Да. Давай еще что. Давай просто сверх начинай, так как все. Конца. Давай. Пока. Это что хотел, это ГБН, да. Он уже тут на буду убирать. Пока. Уже была такая... А, нет, другая чуть. Это что другое? О, 5 центов. Гуляем. Не, ну продавать их нет смысла, поэтому просто наклеены автоматы. Ну ставь некоторые группы, через пару лет подорожает. Как с Катавити 2014. А, ну 14 год, блин. Одна наклейка $10,000 стоит. Нормально. Так-то стоило. Блин, тут как-то можно ускорить это? Не? Ну ладно. О. Ух ты. Вот это прям... Балдёж. Да. Переливается так неплохо. Что-то у нас вообще... 9 центов LTS. Пицца. Ну, да. Ты не думай, все скупают просто, все наклейки. Ну да. Я, кстати, почему-то, я вот, наверное, никогда не буду открывать все-таки кейсы, о. Именно в КС-ке. Но она выпала, она синенькая. Дешево будет стоить, да. Ну, 15, а, мне нихуя, 15 сантов. Может, она выиграла. Ты чё, сомневался в них? Ты в них сомневался? Опа. О, уже дракончик. О, центр так... 4. 15, как Навик. Как Навик. Это что у нас? Злой гений. Кстати... 4 центра. Да, где-то так. Меньше. Меньше стоит. О, халява. Такая уже была. Была такая. Блин. А случаем не из тех, которые, помнишь, еще падало, ну, как... Па-па-па-па-пам. Нужен был ключ для капсул. Не было такого разве? Нет. Нет?
А, не, это... Я про этот... E-спорт. Кейс. Который, кстати, мне ебические деньги стоят. Я их вроде сейчас мало тоже. О, крафтер. Кто-то еще, кстати, говорил про механику, когда ты в матче открываешь кейсы. Что там якобы типа выше дропнуть. Это надо быть Ази. Ну. Давай какой последний кейс выпадет, эту наклейку мне подаришь. Ну, самый последний кейс откроешь и наклейку. Там красная такая, да, да. Стой! Ура, фиолетовая! О, это моя вообще-то. Ну да. А чем она отличается вообще от этого? Ну-ка. Типа... А, просто поярче, круто. Сколько эта фигня стоит? Пидор! 48 центов. Плюс комиссия того где-то 30, ну, такое. Ну, давай, последний капсулу мы накликаем. Я буду орать, если красно, конечно. Договор был договор. Да-да. Я такой, лиф. Это open case вообще не было никогда. Ну, на этом наши семки как бы все. Ну... Ну, давай, открывай её. Грудочка, Блин. Тебе можешь оставить. Ну, спасибо, друг. Да, блин, теперь куда бы налепить это все ересь? Вон на P90. Петух? Или петух? Или петух? Вон. Ниже. Пит. А, вон он. Так, теперь вспомни, как это делать. Вести наклейку. Следующее место. Самую дорогую еду. Да, хули. На брук она в будущем будет стоить. Тут точно нет. И, кстати, можно как-то царапать еще. Все помню. Четыре выбора, что-то. Я не знаю, где лучше. Ну, вон там вот. Ну, здесь вроде, оно больше какого-то места. Давай. Let's go. Еще. Ну давай Нави. Ну, Нави, на фейс, наверное. Карамелька. А, ну кстати, подходит это. О, вот тут. Пациент. А, нет, снизу. Не заходит, да. Там ты руку держать будешь, не видно. В серединке можно. Да, в серединке, спасибо. Бать, 209 пилов, нахуй. Когда успел, хуй знает. Да. Тут еще давай пумчика пумера бумера по 2000 или цзшка, хотя ты ее вроде не юзаешь. Цзшка, ну в основном так-то да. О, но они подходят под цвет сюда, да, она и вообще не катит. Тарков зайдет. Я зашел, короче, без тебя впервые. Прикинь, три раза, четыре раза выбежал и четыре раза с фулл инвентарем выбежал. И меня не убили даже. Нехило так-то. Если не соврать так. Опа! Тоже такое себе. Вон, где Глачевский, сейчас на него поставим. А, кстати, МПшка. Ну-ка.
Но... Ладно, думаю, это можно закончить, в принципе, с этим кейсом. Да, никогда не покупайте, блин, капсулы и кейсы в CSGO, это не... Ужас это. Что да. Чё, а с вами был Андрюха, с вами был Максим, удачи, всем пока.